Привет всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Все ролады закрыла, у нас тут темнота такая, что невозможно. Так, сегодня у нас пятница. Сейчас муж приедет, и мы собираемся в Голланд, да, в Голландию за рыбой. За рыбой, там такой рыбный базар есть. Мы всегда покупаем оптом. Мы уже давненько там не были, в основном заказывали всегда. Там и селедка в ведрах, мы лет 5 назад еще, когда жили, всегда у нас как знакомый, да, вот он ездил как бы и всегда на нас, ну, как бы брал. Так что беру вас с собой, поехали с нами. От нас, кстати, хочу сказать, 4 часа езды. Доброе утро всем, друзья, и добро пожаловать в Голландию. Вчера с ночевкой здесь были, с мужем приехали в 11 часов, от нас 4 часа езды, я уже говорила. Так, отдохнули здесь, прогулялись вечером по центру, покушали. Вот, а сейчас муж поехал парковаться. Я иду на фишмаркет сюда. За рыбой приехали, я уже вам говорила. Потом поедем, может, на море съездим. Где хак, туда, в ту сторону. Ту сторону мы, конечно, уже всю объездили. И по нескольку раз. Мы здесь не первый раз в Голландии. Тоже немцев здесь очень много. Русских зовизо тоже очень много. Потому что идешь, и вот так вот встречаются русскоязычные люди. Что это? Ага. Сдается. Ну, конечно, здесь чистенько. Чистая, хочу сказать. Порядок. Здесь хороший такой вот. Смотрите, порядочек. Конечно, вечером после молодежи, да, здесь не это, а так здесь хорошо. Еще рано утром, еще нету у нас 9 часов. И как его? И вот они только разгружаются. Сейчас возьмем селедочку, посмотрим. Ну, тут все продают, в принципе. Вот они только-только открываются. Мы рано. Мы хотим просто сегодня рано все сделать. И закупиться, и вообще, и прогуляться, и все раньше. Потому что там на парплаце тоже видели. Ну, где мы отдыхали, там столько машин было, столько машин. Ну, у людей, потому что выходные, да, и... Все хотят как бы пораньше вот это все сделать и как закупиться, если так честно сказать. Потому что они вон, люди даже еще сидят, ждут. Посмотрите, какая, сколько здесь сыров. О, какая красота. Смотрите. Ну, мы сейчас завезу купим. Очень вкусное. Как бы мы сегодня тоже с мужем кофе сделали, покушали. Сыр вот этот вот. Но у нас с этого с хороший. Видите, смотрите, сыр, как в России. Вау. Шин. Хочу сказать, здесь не только рыба продается, здесь продается все, что вы хотите. Это прямо в центре находится, да? Там вчера мы вечером в Макдональдсе, тут весь край мы тут прогулялись. Здесь продаются и цветы, ну все, все, что вы хотите. Ну, не скажу, что сильно дешево. Не хочу сказать, что прямо аж тут дешево, едьте сюда, да? Тут и цены такие, как в Германии. Смотрите, какая красота. Мои петунии. Ай, как красиво. Как красиво. Ого.
только раскладывается. И розы тут, все, что хочешь. И так можно цветы как бы на развес, вот продаются они. Смотрите, какая красивая. 35 уэров вот такая вот пальма стоит. Ну, хочу сказать, дешевле, дешево. Не на все, не на все цветы, не на все цветы. Смотрите, какие розы красивые. Смотрите. Красиво, конечно. Ой, я вообще, сейчас меня муж там потеряет. Я ушла цветы, цветы смотреть. Какая красота. Ой, я вообще, вот это моя слабость с этими цветами. 3, как красиво. Короче, это тип гараж, да, куда можно заезжать. Закупились по полной программе. Конца и края нету. Селедки накупили, ведро 9 уэров. Ну еще мы закупаемся и закупаемся. Это у нас только селедки. 3 ведра накупили. Так, сюда поставить. Там и копченые рыбы упаковку взяли. Так что... Так, идем за сыром. Там сыру тоже очень много. И надо купить сыр. Вот, девчата, идти в гараж, сюда надо заезжать, да? Так что... Посмотрите, какая рыба большая. Элени, выпьешь вот этот он дешевле стоит. Все, закупились, выезжаем. Хотели еще в Амстердам съездить. А куда тут? У нас селедки у Наэнды. Раз, два, три, четыре, пять ведер. Там фрукты, тут виноград, там упаковка копченой рыбы. Ну, у нас, мы для родственников. У нас очень много тоже родственников. Тут сыры, какие хочешь. Тут у нас и такой, как русский сыр. И ужас, тут у нас штук 8-9 только сыров. И вот это полностью копченый, очень вкусный сыр. Так что дочь у меня любит драхенфрукт. Наконец-то купила. Я, по-моему, уже говорила. Уже не помню, что я, девчата, говорила. Короче, тут у нас всякой всячине. Закупились по полной программе. Ну, а куда с ней поедешь? Конечно, домой. Ну, тут от нас, в принципе, недалеко. 4 часа. Сел да поехал. Ну, встретимся уже с вами дома, наверное. Ну вот, теперь мы дома. Что-то приехали так быстро. И сейчас, конечно, пойду на дачу. Муж поехал уже на дачу, потому что там, где развозить, да, родственникам, потому что все-таки рыба. Вот у нас холодильник как бы не сильно большой в машине. Ну и как бы гостинцы развести, развозить. И вся рыба у нас на даче. Мы решили так, потому что это, ну, чтобы дома запаха не было. И потом покажу вам селедку. Я даже селедку приготовлю сегодня на даче. Сегодня, девчата, день молодежи. Всех-всех поздравляю с Днем Молодежи вас. Всех до единого. Всего вам самого хорошего. Отдыхайте. Это день для того, чтобы отдыхать. Так, это драхенфрукт. Меня Милена сильная моя любит его. Очень-очень. Потом, это мы на базаре купили. Потом 3 дыньки. Стоило 4,50 ойров.
Потом манго стоило, она уже мягкая, уже можно ее кушать. Они, знаете, какие аж оранжевые и желтые. Именно вот этот вот сорт, он очень вкусный. Потом вот это вот банан, это специальный, да, это они не пропавшие, ничего. Это такой цвет банан. Тоже очень вкусный сорт. Мы отдали где-то около 3 €. 2 уже, конечно, нету. И виноград. Виноград, вот это 2 штучки было по 1 €. Просто 2 штуки за 1 €. Ну, поедем с вами на дачу и потом вам покажу селедочку. Я ради нее и поехала, честно сказать. Люблю селедку и копченую рыбу, и сыров. Если успею, покажу вам сыров. Сколько мы сыров накупили. Нет, если муж говорит, не успеешь приехать, все. Я развожу, потому что, чтобы ничего как бы не пропало, да? Очень много тоже сыров, разных сортов купили. Ну, себе, я сказала, оставляем копченую, как нашу такую российскую, копченая, красная такая, да? Ну, а внутри, конечно, сыр. Именно одну такую колбасу оставляем. Я ничего не знаю, я такую очень люблю. И тоже, сколько она у нас вытянула? Около 5 €, это очень дешево. Ну, все, поехали. Все, дошла я до дачи. Так, это мы с собой брали. Яички уберу. Так, посмотрите, муж остатки принес. Сыр полностью весь развез. Вот такая вот вкуснота. Очень вкусный, кстати. Очень вкусный. И вот такие вот мы набрали. 6 штук. Одна нам досталась. Тоже развезли все. Родственников много. И вот так на подарки. Тоже очень вкусный. Это нус, да, с орешками. Потом селедка тоже осталась нам. И, конечно, нас тут тоже угостили. Вот такая вот. 2 ведра, девчата, вот такой селедки. Брали 6. Тоже подарки разнесли. Родственников много. Так что, ну, это колбаса наша немецкая. Это... И мы вот колу сейчас только поставили. Жара невозможна тут у нас. Вот, потом будем, когда нарезать, я вам в нарезке покажу эту... селедочку. И копченая рыба тоже, но я ее сейчас не вытащу. Вот в таких вот ящиках мы полностью упаковку. 2 штуки нам досталось, остальное тоже все подарки, все раздали. И уже не стали ничего разогревать. Сейчас поставила картошечку. Единственная кастрюля, у нас тут казан остался. Можете себе представить, все дома. Прямо вот такую я сейчас помыла, поставила, просто селедкой покушать. Ну все, муж пошел там убирать в своей машине, в своем бусике. А я тут варю картошку, порядок все привожу, тоже делаю, чтобы сейчас хотя бы покушать. Так что, ну все, мы довольны. Все довольны. Подарки все получили. Уже даже попробовали селедочку. Сказали, что селедка очень вкусная, рыба копченая, зовизо. Все равно вкусно, говорят. Всем понравилось. Сыр тоже очень хороший. Особенно вот этот нус. Ну, не знаю, мне нравится наша русская вот эта вот, знаете, как копченая. Обыкновенная, хорошая, любимая моя копченая колбаса. Из детства я ее помню и никогда не забуду. И по сей день я ее покупаю. Конечно, я начала показывать. А то скажете подарки, а показать не показала. Ну, вот это нам подарки. Я вот сейчас просто складываю сюда. Тоже угостили. Вон сколько. Всякие разные вкусом. Очень вкусные, да? Посмотрите. Это с Италии. Очень вкусные. Тут есть и с бонами, и... Ну, всякими. Мы вот такое любим. И 2 баночки с Италии тоже. Вот нам тоже передали. 2, 3. Извиняюсь. 3. Одна здесь. Тут еще 2. Это грибочки. Извините. Извиняюсь. А то там выглядывала. Извините. Короче, 3 баночки пильца, грибочки. И 1, 2, 3, 4. 4 штуки, девчата, в это, вот такую вот штучку, да? Очень вкусная, посмотрите. Вот такая вот. Ну ладно, пошла я тут. Кейза сыр, наверное, не помну. Пошла я тут дальше делать свои дела.
Сейчас надо пит взять. Ну, в разрезе селедку я покажу. Я сниму, какая она из себя. Все, потому что копченочка тоже очень хорошая. Не знаю, я смогу и не смогу. Вот она какая большая. Не буду вытаскивать, руки будут вонять. Весь ящик раздали, две себе хоть оставили. Вот посмотрите, какая она большая, широкая. Ой, лук на селедочку. Посмотрите, какой у нас лук. Смотрите. Картошка уже сейчас готова. Вы такой лук вообще видали когда-нибудь? Тут на камере кажется маленький. На самом деле он большой. У меня даже в ладошку не помещается. Посмотрите, какой здоровый. Там у нас весь такой. Очень вкусный, я вам говорю. Даже вот эти вот перышки вкусные. У нас, говорю, прошлый год мельче был, такой фиолетовый. Я его люблю, я каждый год его садила. В этом году посадила такой же сорт, который я постоянно сажу. Тоже он был крупный, но вам просто не передать. А в этот раз, посмотрите, еще больше он такой. Которого был, как бы, еще больше стал. Обыкновенные, простые, с Лидла. Девчата, в сеточке, я объясню. Кто-то у меня спрашивал, не могу я эту бумажку найти, обыкновенную сеточку. Я покупаю лук только с Лидла на посадку. Вот такие вот маленькие, да, продают в сетках. Только оттуда. Больше я ниоткуда не покупаю. Года 4 назад я обожглась. Денеры купила. И у меня и дорогие, какие хочешь были. И вот только вот такой вот. Все. Ну, все. Сейчас будем уже кушать, готовить. Картошка наполовину у нас уже сварилась. Не, ну мне так не устраивает. Надо кастрюлю принести с дома. Мы кинулись, оказывается, мы полностью все принесли. Ой, вернее, унесли. У нас только здесь казаны остались. Все домой поуносили. Ну, мы здесь мыли осенью все. Ну, что домой уже относили, мыли, да? Что вот тут оставляли на зиму. Потом весной опять сюда привозим. Ну, как обычно, у всех, наверное, дачников так. Такая рыбка, посмотрите. Такая крупная, хорошая рыбка. Вот такая вот селедка. Все, вот посмотрите, какая у нас селедочка. Вот мы еще такой рыбы купили. Я что-то у нас там забыла показать. Тоже вот такая вот, как она красная, как она называется. Вот такая вот селедка. Кстати, хочу сказать, тут вот икра и молочко. Мы просто уже здесь тут засыпали все. И сейчас будем кушать все свежее. Ну все, на этом я свой влог заканчиваю. Немножко длинноватый был. Всем пока. Всего вам хорошего!